Мне, например, импонирует демократический выбор Казахстана, то есть то, что они говорят, своей приверженностью политическим и экономическим реформам, тем более, что декларируемые идеи не новые, как здесь было сказано. Большинство этих идей присутствует в программе развития Казахстана до 2010 года, прочитайте. Ряд положений был изложен в моем послании 1998 года. Надеюсь, что демократический выбор Казахстана будет конструктивной силой. А раз таковая, ее надо считать партнером правительства. Если там есть интеллектуальные силы, умы, есть предложения, пусть вместе с правительством работают. Правда, у них будут методы разные. Оппозиция своими методами, а правительство своими методами. Давайте перейдем к такой работе.